Я с тобой, жуткий Билли. Точняк, бро. Слушай, Власковец, обер-комендант Отто Акерман находится где-то внутри стены. С прошлого раза охраны стало заметно больше. Попробуй, наверное, найти другой путь внутрь. Отбой. Als die Bombe fiel. Das heißt, bestimmt bald ist im Einsatz gefallen. Schrecklich. Als ich ihn zuletzt sah, war er so glücklich über seine Modelleisenbahn, die er zum Geburtstag bekommen hat. Der Bahnhof Zoo, große Handwerkskunst. Was für eine Tragödie. Ich habe das Gefühl, dass die Terroristen Hilfe haben. Wir sind so viele. Wir sollten mit ihnen den Boden aufwischen. Findest du nicht auch? Ja. Das ist seltsam. Überall nur Strahlung und Tod. Tja, geben wir unser Bestes. Dann erlaubt der Überkommandant vielleicht, dass wir hier bleiben. Hier ist es sicher. Hier kommt nichts durch, glaub mir. Ja, du hast recht. Yeah.
Kommandant Adler, hören Sie gut zu, Sie Schwachkopf. Ich habe Ihnen befohlen, mehr Männer in Sektion 4 zu stationieren. Ich habe erfahren, dass 4, 5 und 6 leer sind. Missachten Sie absichtlich meine Befehle. Erledigen Sie Ihre Arbeit. Der Führer verlangt absolute Militärpräsenz in allen Sektionen und er bekommt sie auch. Kommandant Ackermann, Ende. Ласковец, я не устаю на тебя удивляться. Давай собирайся домой. Конец связи.
Здравствуй. Прошу, мистер, ты мне поможешь? Когда мы покидали Манхэттен, я, тупая овца, оставила там коробку кассет с секретными данными. Там координаты других групп сопротивления, списки имен, все такое. Данные зашифрованы, но судя по тому, что слышно из бункера нацистов в Манхэттене, они скоро вскроют мой шифр. Если ты сможешь засрать их магнитофоны, опасные данные будут стерты. Все подробности на военной карте. Черт, я как только тебя увидала, сразу поняла. Ты начнешь революцию. Ласковец, можно тебя на минутку? Я получила тревожное донесение. Вот, слушай. До того, как ты взорвал зону 52, нацисты хотели отправить туда поезд с глиняными табличками древних шумеров. Я спросила у Сета, зачем нацистам нужна эта хрень, и он ответил, что шумерская цивилизация оказала влияние на раннюю символику Даат-Ихуд. В общем, нацисты думали узнать предназначение артефактов Даат-Ихуд с помощью этих табличек. Теперь, поскольку ты разнес убежище Даат-Ихуд, Сету плевать на эту шумерскую хрень, но я считаю иначе. Мне кажется, нам нужно приложить все силы, чтобы ценные сведения не достались врагу. Поэтому я прошу, можешь сходить на подземную железную дорогу и уничтожить таблички шумеров, пока нацисты не сплавили их на другую военную базу. Я подготовила для тебя задание на военной карте. Привет, капитан Бласковец. О, жуткий Билли. Выслушай меня, Билли Ла Террор. Я рассказывал про своего кузена Дмитрия. Он всегда заступался, когда меня обижали во дворе. Говорил, отвали, а то насру тебе в рот. Он наполовину русский. Антука. Теперь он наш агент в Оберкоманда. Это он сообщил, что Оберкоманда перебазировались на Венеру. Но недавно мы потеряли с ним связь. Мы полагаем, что нацисты его раскусили и пытаются под пытками выжать из него сведения. Я видел в ангаре твою летающую тарелку. Слетаешь еще раз на Венеру, чтобы спасти мон кузена Дмитрий. Спланируй задание, используй военную карту. Рада тебя видеть. Привет.